Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии. Наш гость, наш гость уже улыбается. Я не понимаю, почему. Тому ну, ли, что 16 часов, тому ли, что у нас сегодня 2 августа. Я думаю, явно не этому. Наверное, тому, что он видит Оксану Куропаткину. Оксана, привет. Привет, Олег Шевкун. А может быть, тому, что видит Ольга Монако. Добрый всем вечер. Значит, представим сейчас гостя. Буквально через полминуты. Я расскажу одну историю сначала. Ну, так вот, для начала, да. Я в свое время был, ну вот действительно и всю жизнь на самом деле просто восхищался, восхищаюсь своим отцом в профессиональном плане. А мой отец был таксистом, он водил такси по Ленинграду тогда еще. Я восхищался тем, насколько он блестяще знает город. Не только улицы, но и улочки, и переулочки, и проезды, и объезды. И всегда легко сразу называет любое место, и куда хочешь, он мог, мог довести. Так вот, несколько дней назад ехал я на такси. И я понял, что человек, который сидит за рулем, не только не знает города, он русский язык-то плохо знает, город он даже не хочет знать, но ведь везет и довозит до места, и даже быстро довозит до места. Я сижу и думаю, и что? Профессиональная компетенция моего отца, кому она теперь нужна? Вот об этом и не только об этом, об изменяющемся нашем сегодняшнем мире мы будем говорить с вами. Коллеги, кто представит нашего гостя? Я представлю нашего а давай, гостя, а давай. Павел Лукша, профессор школы управления Сколково, идейный вдохновитель проекта Атлас новых профессий, основатель инициативы Глобальное будущее образование. И Ой, вроде это еще все. Да. Павел, здрасте. Здравствуйте. здравствуйте. А, слушайте, вот, вот этот пример с моим отцом такое разочарование жизни насколько это распространено? Вот то, что ценилось, то, что Вау! Теперь думаешь: Ну и что? Ну, вопрос скорее, не в том, ну и что», а скорее в том, что этого действительно будет происходить все больше, подобного потери ценности определенных компетенций, которые опирались на некоторые качества человеческой психики и были фактически выучиваемыми компетенциями. Я хочу напомнить, что в свое время Сократ очень разочарованно говорил о появлении письменности, что вот до этого, знаете, люди помнили огромные тексты, а теперь все можно записать, и что, в общем-то говоря, творится с современной молодежи, которая даже не может простой эпос запомнить в 6 тысяч строк. А, а с другой стороны, именно появление письменности дало толчок той масштабной культуре, которую мы наблюдаем в сегодняшний день. Вопрос в том, что, конечно, умные машины, забирающие у человека вот эти достаточно сложные навыки, типа способности удерживать в голове карту огромного города, представляют для нас серьезный вызов. Но одновременно представляют и серьезную возможность. То есть я бы, если вы говорите применительно к вашему отцу, спросил бы, а где вот подобная компетенция могла, могла бы найти себе применение в изменившихся условиях? И очевидно, что, например, она могла найти применение в Планировании города, в изменении города. То есть в этом смысле а, рутинное применение способности планировать маршрут можно передать машине, а более тонкую творческую задачу на тех же основаниях может делать человек. Павел, то есть вы всеми этими вещами, а, вот исследованиями, этими занимаетесь профессионально? А, не только исследованиями, но и практикой, которая из них вытекает. Как до жизни до такой дошли? Где учиться на. Ой, я скажу сейчас слово, но не уверен, что оно здесь уместно. Где учится на футуролога? Ну, я перед эфиром говорю, повторю еще раз, что... Да вы говорили нам, а не слушателям. Да, 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 теперь повторю вам, что слово футуролог не очень люблю, не считаю применимым к себе по одной простой причине. Ну, как бы слово футурология вообще означает э, то, что по большому счету является лженаукой, поскольку это наука о будущем, будущего не существует. И, следовательно, а что нам тогда исследовать, да? А если уж что-то исследовать, например, будущее состояние экономики, будущее состояние других сфер социальной, демографической, то этим занимаются соответствующие социальные науки. Соответственно, футурология как наука для меня не существует, но существует практика работы с будущим. То есть то, каким образом люди могут принимать коллективное решение, куда им идти, информированные вот об этих всех изменениях, которые может та же самая социология рассказать. Ну и вот... И вот, соответственно, я свою задачу вижу в том, чтобы создавать инструменты для выработки этих самых коллективных решений. Ну, например, куда развиваться региону, или куда развиваться сектору, или куда развиваться университету. Вопрос о том, что, например, в том же образовании у нас циклы подготовки людей очень длинные. Вот сегодняшний школьник, который зайдет... Школу 1 сентября выпустится из университета в 2030 году. Соответственно, вопрос: что он в 2030 году вокруг себя обнаружит? Наверное, совсем другой мир. Тогда вопрос: к чему: какой должна быть программа его подготовки, чтобы он там не потерялся, не растерялся, а смог себе реализовать максимально? И вот это и есть те вопросы, которыми я занимаюсь. Я и думаю, за давай. какой промежуток времени можно подготовить такую программу? Ну, вопрос в том, что готовиться к этому будущему надо сейчас. И одна из вещей, которые мы про будущее понимаем, что оно с возрастающей степенью непредсказуемо. Мы тоже про это можем сказать уверенно. Соответственно, есть ряд способностей человека или навыков человека, которые ему позволяют выжить и быть успешным в самых разных типах этого будущего, то есть вне зависимости от. Даже если у нас случится атомная вина, люди с определенной подготовкой смогут нормально выжить. Я как человек, работающий с подростками, то есть с нашим будущим, с человеческим, могу сказать, что э, рост непредсказуемости действительно очень большой. Во-первых, а во-вторых, многие подростки, что ни для кого не секрет, знают и понимают и умеют многое, чего не знают и не понимают многие взрослые люди. А во всех областях жизни, в том числе и в том, что касается навыков работы с гуглем, э, с компьютером, и я абсолютно уверена, что насмотревшись в японском аниме про вся Такие разные умные машинки-крутилки, они запросто их освоят и они их совершенно не боятся. А вы боитесь умных машин? Ну, смотрите, боюсь не только я, боюсь, боится умных машин а, люди гораздо более серьезные. Например, человек, которого сейчас считают а, так, своего рода лидером а, в продвижении новых современных технологий, его зовут Илон Маск, это создатель, а, например, а, компании, которая производит автомобили Тесла беспилотные, У -у -у -у. А, да, знаем. человек, который а, лидирующую компанию в сфере а, частной космонавтики делает и вообще готовится к тому, чтобы переселять миллион человек на Марс. Вот этот человек говорит, ребята, я считаю, что главная угроза выживанию человечества в 21 веке это те самые умные машины или искусственный интеллект. Я, в принципе, с ним солидарен. Подождите, вот настолько, то есть главная угроза выживанию человечества мне это всегда казалось несколько раздутым и вот почему? В конце концов искусственный интеллект создается самими людьми, вот что они туда заложат и какие способности туда заложат, такие они, они будут развиваться, конечно, но его уже можно контролировать и даже систему. Помните, вот недавно был скандал, когда Microsoft сделала а, вот, систему машину, которая компьютерную программу, которая самообучается и должна была там отвечать в интернете на твиты что-то такое, да, она стала ругаться говорить неприличности. Но ее просто выключили, и все. Ну вот а, сейчас выключили очередной искусственный интеллект, теперь уже искусственный интеллект Фейсбука, который буквально несколько дней назад эта новость прокатилась. Он, нач... Он изобрел свой собственный язык на основе английского и начал на нем давать команды чат-ботам. А, вот. и, и исследователи поняли, что они не понимают, о чем эти машины между собой разговаривают, и решили от греха подальше его перезагрузить. Вот и это, я думаю, все чаще будет встречаться. То есть на самом деле проблема даже не в том, что э, мы можем запрограммировать искусственный интеллект, который сделает что-то, что мы понимаем. Проблема в том, что мы можем породить искусственный интеллект, который начнет делать что-то совсем нам непонятное. То а есть? эта среда чрезвычайно быстро изменяющаяся. То есть скорость изменений в цифровом мире превосходит скорость изменений в физическом мире там ну в десятки тысяч, в сотни тысяч раз. И в этом смысле подобные умные программы могут проэволюционировать очень быстро. То есть идея о неуправляемом искусственном интеллекте, она на самом деле не такая уж дикая. Она не дикая, но вопрос в том, что действительно понимая эту угрозу, мы, мо... то есть о чем говорит тот же Илон Маск, и, что давайте, ребят, реалистично оценивать, что это одна из возможных серьезных угроз. Если мы отдаем под управление этих умных систем, например, целый город, в котором у нас есть электричество, транспорт, э, системы жизнеобеспечения и прочее, значит, а он вдруг сходит с ума. И у нас э, 10 миллионов человек, живущих в мегаполисе, вдруг остаются без всего, без систем жизнеобеспечения, непонятно, как их, собственно, возродить. То есть это огромная угроза. А злую волю э, самого создателя вы учитываете, что З... человек ⁇ существо падшее, несовершенное, и любую крутую штуку он использует для того, чтобы подавить и подчинить себе подобных? Ну, я считаю, что в человеке есть и другое начало, и в этом смысле склонен думать про то, каким образом мы это начало можем пробудить. Но да, действительно, это тоже есть такая угроза, что либо создатель, либо, собственно говоря, ну, условно, вот эти разные группы хакеров, террористов и так далее, которыми нас пугают, но некоторые из них вполне реальны, они могут действительно воспользоваться возросшей зависимостью людей от технологий для того, чтобы, ну, причинить им вред. Тех или иных интересов. Я хотел бы поставить вопрос с нашим слушателям, друзья. Ощущаете ли вы вот за годы вашей жизни, сколько их этих лет было? Не знаю, 15, 20, 40, 50, 80 лет, неважно, ощущаете ли вы изменение своих отношений, своего места в мире техники? Вот ваша роль за время вашей жизни изменилось в чем-то или нет? То есть, ну, я не знаю, вы стали более независимым или вы стали более зависимыми. Если зависимыми, то от чего? Как изменилось ваше лично, вот не на уровне всего человечества, а вот для вас лично, как изменилось ваше место, ваша роль в связи с той техникой, которая вокруг нас появляется? И не получается ли с вашей точки зрения, что при приходе умных машин вы, не Иван Иванович, а лично вы, стали глупее. Вот нет ли у вас такого ощущения? И вы можете нам, как обычно, писать, звонить. Коллеги, кто ну, напомнит контакты? Можем? Ладно, 8, 8, 800, 8 800, а давай, давай. 8 800 333 1706 06, сайт ТОСФМ, номер Вайбера и Ватсапа, плюс 7 977 850 0996. И э, мы продолжим буквально через несколько секунд. Это радио Павел Лукша с нами сегодня. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Радио Говорим о главном и не только. Павел, все-таки я не понимаю, как эту непредсказуемость можно исследовать. Ну смотрите, на самом деле. Удивительная вещь заключается в том, что долгосрочное будущее в чем-то проще предсказывать, чем краткосрочное. Вот проблема, например, с непредсказуемостью погоды, которая всем широко известна, это вообще-то говоря не проблема того, что у нас плохо работают, конкретно у нас гидромедцентр плохо работает. Это в принципе проблема сложных систем которые обладают ну, некоторыми характеристиками, скажем так, э, это так называемые сложные системы, в которых вот малые события могут, ну, например, как классический пример, это крылья бабочки, значит, которая помахала в Гималаях, могут породить ураган на другой стороне планеты. Вот, то есть малые события могут очень сильно изменить сценарий того, что происходит в этой самой большой системе, в погодной системе. Но в отношении общества есть так называемые медленные процессы. Ну, например, тот же самый процесс демографических изменений. Вот оказывается, что в масштабах общества изменения поведения людей, ну, например, когда люди переезжают в города по всей планете, это много раз наблюдалось. Значит, известно, что у них количество детей резко сокращается. Вот а, неважно, где это происходит, в Северной Америке или сейчас в Африке во время урбанизации, это называется, например, явлением демографического перехода. И оно, в частности, позволяет нам с достаточно высокой уверенностью предсказать, сколько примерно будет людей к середине 21 века на планете, если не произойдет к нибудь большой войны. Вот, и... А, это один из примеров. Другой пример – это, например, в целом какие-то динамика в изменении климата, в том, что происходит с, эко... с экологией, в том, что происходит с экономикой. То есть вот эти большие системы, у них есть некоторая инерция. За счет нее мы можем сказать, что, например, определенные технологии могут появиться у нас не раньше, чем через 5 лет, другие через 10 лет и так далее. В этом смысле, вот вы упомянули футурологов, это такая, на самом деле, подкласс тех самых социологов, экономистов, прогнозистов, которые пытаются понять закономерности развития науки и техники и сказать на их основе, ребят, каких технологий нам реалистично ждать, каких нереалистично, какие в этой связи могут возникнуть Новые индустрии, ну, например, индустрия, вот вы говорили про таксистов, ожидается, что во многих городах уже к 2025 году исчезнут грузовики с водителями на дорогах, а к 2035-2040 году в развитых странах собираются вообще прекратить движение пассажирского транспорта, пилотного, потому что выясняется, что роботы водят более безопасно и более надежно. И в этом смысле профессия таксиста, вот я отмерена примерно еще 20 лет по миру, и дальше 6-7 миллионов человек значит, по всему миру сдвинутся в какую-то другую сферу. Короче, Мне коллеги, сразу... не ориентируйте ваших детей на то, чтобы таксистами были. Это уже как да, Мне становится... сразу вспомнилась Незнайка в солнечном городе. Вот. Как известно, это такой футурологический город. А -а -а. И там как раз есть, маши... есть машины, которые возят без водителей. Вот. А, получается, что а, от этого предсказания до времени реализации прошло, прошло примерно лет 100. Это ну, нормально что? для таких процессов? Это нормально для таких процессов. На Марс я замечу, что мы еще не улетели, а придумывали полеты на Марс примерно в то же время. Да. Там, но смотрите, на самом деле, как ни смешно, мы сейчас оказались в очень интересной ситуации, где научным фантастам оказалось чрезвычайно сложно предсказывать будущее, потому что в основном все наше будущее было описано примерно к 60-70 годам. Сейчас наука и технологии его догнали. Дальше мы двигаемся в сценариях, которые фантасты напридумывали, тот же Станислав Лем, Стругацкий и да многие другие. А выскочить за, за них мы пока не успеваем. Для этого нам нужен какой-то технолого-культурный прорыв одновременно. А может быть, катастрофа нужна? Постапокалиптика сейчас очень хорошо развивается. Ну, знаете, Ва. вот здесь как раз сценариев напридумывали миллион. То есть вот открываете там, посмотрите фильм «Терминатор», смотрите фильм «Безумный Макс» или играете в игру «Метро 2033» и пожалуйста. То есть придумать, как человеческое общество упростится благодаря большой катастрофе, мы как раз можем. Что из этого родится, тоже. Может ли из этого родиться что-то иное, кроме того, что мы уже делали, тоже открытый вопрос: зачем нам нужна катастрофа, если мы не уперлись в цивилизационный тупик? А вот вопрос: что за цивилизационный тупик мы можем упереться, я могу сказать. И на мой взгляд, он связан вообще не с умными машинами. Культуру мы сейчас пока оставим в стороне. Есть очень важный вопрос: это вопрос того, что современная цивилизация, так называемая промышленная цивилизация, вот, упирается активно в те самые пределы роста то есть мы просто выедаем нашу планету по всем статьям. Э, и речь идет не только о так называемых невозобновляемых ресурсах типа там медиа или нефти, э, что очень важно, мы разрушаем стремительно биосферу. Э, вот, и про, э, про это могу отдельно и много рассказывать есть в Швеции группа исследовательская, которая разработала метрику под названием «Границы планеты», «Planetary Boundaries». Они сказали, что, собственно, одна из границ, о которой мы можем говорить, это, собственно, например, комфортные температуры, в которой человек существует. Есть ряд других. Вот одна из них, до конца нами не изучена, это вопрос, насколько мы можем разрушать биосферу, до какого предела, чтобы не обнаружить, что на самом деле Биосфера перестает нас самих питать. Вы понимаете, деревья производят кислород. значит, Но ну, чтобы деревья существовали, должны быть птички, которые едят насекомых, насекомые, которые съедают мусор и так далее. То есть это чрезвычайно сложная система. И вот исследователи из одного питерского научного института, они посчитали, что биосфера в, на 10 порядков, то есть это в, сколько, в триллион раз, по сложности превосходит техносферу, которую человек сейчас способен создать. Вот, то есть вот и мы ее разрушаем. Вот система в триллион раз более сложную, чем все, что наша цивилизация может породить. При этом мы сами толком в этой системе не очень разбираемся, я так понимаю. Не разбираемся. Да. Именно поэтому разрушаем. То есть как бы вот. Но да. смотрите, и вдруг... на самом деле для меня лично, как бы, вот если говорить о, о больших вызовах, я считаю, что вызов нашего места по отношению к умным машинам, это такой первый вызов. Он самый очевидный, он э, каждому знаком, потому что вот мы все в городе живем, носим в кармане смартфоны, и нам кажется, слушайте, вот они пришли. Но на самом деле есть более вот эти медленные процессы, мы говорили, демография и экология, это одна из них, которые создают обстоятельства, в которых человек либо выживет, либо не выживет к концу, ну, например, этого столетия. Павел, но а, тогда получается некая безысходность. И почему? вот почему. Смотрите, мы говорим о вызове разрушения той системы, mm -hmm. в которой живем. Соответственно, для того, чтобы... То есть это такой камень, который летит. Такую аналогию приведу, правильно, неправильно потом скажете. Скорость его увеличивается, потому что он летит вниз. И для того, чтобы остановить этот камень, для того, чтобы остановить эти процессы, нужно некое усилие человечества... Но непонятно, готово ли человечество это усилие предпринять, и более того, если мы не разбираемся в этой системе, непонятно, в чем собственно состоит это усилие, что надо сделать, что должно сделать человечество, чтобы этой катастрофа, о которой вы говорите, не произошло. Ну, вот метафора камня, который падает вниз, мне кажется, не совсем точный. То есть у меня тоже есть образ, близкий к нему. Мы едем с горы, ну условно, на велосипеде. И да, в этом смысле, когда мы поехали, наша скорость начинает увеличиваться. И нам нужно учиться, рулить, объезжать, где-то тормозить и так далее. То есть нам нужно относиться к процессу. То есть велосипед в данном случае ⁇ это та самая промышленная цивилизация, которую примерно 400 лет назад начали строить по всему миру наши предки, в первую очередь те, кто относится к европейской цивилизации. Вот эта промышленная цивилизация, она и породила мир, который уперся в свои собственные экологические границы и другие разные прочие границы. Мы еще не с вами не обсуждали, например, последствия того, что человечество начало редактировать геном. И что, что в связи с этим оно может породить, это может быть гораздо более серьезной угрозой, даже чем искусственный интеллект, так называемая генетическая бомба. Но это мы сейчас еще можем обсудить. А пока, смотрите, вот мы едем на этом самом велосипеде с горы, то есть прогресс технологически ускоряется, непредсказуемость возрастает, следовательно что, нам нужно повышать нашу способность велосипедом управлять, то есть развивать надсистемы, которые позволяют на масштабах всего человечества координировать наши действия. Вот это, к сожалению, сейчас пока довольно слабо мы делаем. То есть со времен, когда появилась ООН, больших прорывов не произошло. И даже сейчас очередной виток холодной войны, в которой вольется, по всей видимости, и Китай тоже, значит, ссорящийся с Дональдом Трампом, может привести нас к тому, что вновь мы окажемся в ситуации, как в 70-е годы, когда державы, вооруженные ядерным оружием, потенциально способным уничтожить все человечество, значит, смотрят друг на друга и выжидают моменты, когда другие проявят слабость. Ну а где альтернатива? Ведь эта система, она действительно обладает огромной инерцией, просто остановить ее, переделать, uh -huh. ну я так упрощаю, вдруг Организация Объединенных Наций говорит, уважаемые господа, дамы и господа, переезжаем из городов на село, отказываемся от транспорта, отказываемся от заводов, не получится, никто не поедет. Конечно. То есть это же это просто нереально. Ну а механизмы тогда где? Ну вот в этом смысле мы говорим, окей, мы понимаем, а, то есть, когда я говорю, что в чем разница между футурологами или людьми а, того типа, к которому я себя отношу, он, к сожалению, вот не знаю, как назвать футуропрактиками, футуродизайнерами, там как много всяких вариантов искали, но. Форкастеры или другое? Форкастеры это опять же те, кто пытается предсказать. То есть а, а, мы говорим, будущее, вообще-то говоря, зависит от наших усилий, от наших коллективных усилий, не индивидуальных и. А, оно складывается, но оно складывается из действий множества человеческих групп, взаимодействующих между собой. Если эти группы осознанно начинают как-то договариваться, то в каких-то сферах мы можем получить ну, то самое желаемое будущее. То есть мы вот говорим с вами город, вот город есть продукт договоренности множества групп интересов. И в нем, например, в каком-то месте, когда возникает квартал, это же осознанное действие. Вот ряд, э, людей, которые сказали, одни говорят, мы профинансируем, другие говорят, нам нужно, ну не знаю, построить деловой центр, допустим. Или а третий говорит, мы будем строить, а четвертый говорит, мы, мы его заселим. То есть это э, за каждой из этих групп стоят, может быть, сотни тысяч человек. В итоге они договорились, сделали это действие. Вот такие же действия можно осуществлять на разных масштабах, включая масштаб всей планеты. По каким-то вопросам человечество уже научилось договариваться. Вот оно, например, научилось договариваться, что мы живем в самом длинном периоде мира. Вообще похоже за всю историю, да, такого длинного периода мира, какой есть у нас с 1945 года, человечество не знало. Ну и это зыбка. И это зыбка совершенно верно. Но мы каким-то образом, например, в опять же, вот предыдущее поколение в начале 90-х сумело договориться о том, что мы сокращаем сильно запас ядерных вооружений, что сильно уменьшило эту самую угрозу тотального уничтожения человечества. В этом смысле это дает надежду. Человечество способно осознанно договариваться о больших вопросах. Там Парижское соглашение, в котором все страны добровольно на себя взяли ограничения, Ам... связанные с выбросами парниковых газов, тоже один из примеров договоренности. Ну, все, Таким, да не все. Ну, все да, не все, и понятно, что вообще процесс договоренности это такая сложная история. Некоторые но... взяли, а потом и вышли. Некоторые взяли, и, ну, потом вышли, причем полную поддержку получили. И это всегда может быть так. Вопрос в том, смотрите, вот представьте себе, что есть человечек. Вот он сначала маленький, малыш, его, значит, кормят и сосочки, потом он начинает как-то самостоятельно двигаться. У него случаются детские кризисы, он растет, чему-то учится, потом он становится подростком, у него начинаются подростковые кризисы, в том числе восстание против э, родителей и так далее. Потом он становится взрослым. То есть есть периоды взросления. В этом смысле человечество вот, и населяющие его страны – это такие своего рода подростки. Они уже достаточно умненькие, они уже много что могут про себя сказать и понимают, что они хотят. Но не научились еще вот тому качеству общежития, которое способны, к которому способны взрослые люди. И люди, отдельно населяющие этих подростков коллективных, они, может быть, более продвинуты сознанием. Вот задача этих людей сейчас, ну, в том числе, например, тех самых духовных наставников из разных духовных традиций, задача их в том, чтобы помогать этому подростку повзрослеть и при этом не убить себя. Ну, это бы, конечно, хорошо. Мне кажется, -то, и -то, то, что, все. то, что, то, что вы говорите, это очень рационально, и мою рациональную душу это очень греет. Но что-то во мне скребет иррациональное, женское, видимо. Давайте. Вот. И мне кажется, что как минимум с XVIII века западная, во всяком случае, часть человечества сильно преувеличила роль разума и рациональности. Я своим подросткам, когда рассказываю эту историю, всегда говорю, вот, вот эти самые французские, немецкие философы подробнейшим образом прописали, как э, и что, э, как и о чем должны люди договариваться, что люди основываются на собственных интересах, что если эти интересы согласовать, все будет хорошо. Угу. Как бы это было так, э, я думаю, что не только за будущее не стоило бы волноваться, э, так и мировых войн бы не было, потому что, по большому счету, это большая бессмыслица. Вот. Ну, то есть кто-то с этого, конечно, какой-то гешефт получил, но слишком большие затраты вышли с этого, малорациональные, на мой взгляд. Хаотическое это начало в человеке никуда не делось, и в человеке в том, что он делает, что там умные машины. Умные машины, конечно, мало что в этом понимаю, но могу предположить, что умные машины несут печать своего творца человека. Вот. И та часть непредсказуемости, которая в них есть, она сильно меньше, по крайней мере сейчас, насколько я понимаю, чем то, что есть в человечестве. Вот они сейчас договариваются и вроде как разумно строят общее будущее. Умные машины, опять же, производят. А вот где гарантия, что как у того же подростка… Не да, да. не найд... не придет приход, кто-то не захочет кому-то что-то доказать, кто-то не захочет, на это уже я, конечно, фантазирую, запустить вот этот, как это сказать, ген желания что-то кому-то доказывать в умных машин, угу. и что тогда будет? Не рухнет ли все это построение из-за хаоса? Учитывается ли роль хаоса во всех этих прекрасных, рациональных, просвещенческих построениях? Ну, вот смотрите, что? конечно, с 18 века прошло довольно много времени. Времени, и человечество про себя с тех пор много чего поняло, в том числе через ту самую науку, и в том числе через науку, которая исследует психологию человека, социальные процессы в обществе. И в этом смысле, ну, конечно, было бы наивно опираться на построение философов XVIII века и говорить, да, конечно, мы тут все рационально договоримся обо всем. В этом смысле есть более тонкие вещи, они говорят, мы опираемся на культуру, мы опираемся на поведенческие паттерны, на привычки людей на то, что мы все, так сказать, ограничены рационально, то есть что-то мы способны прочитать, что-то не способны. В том, что да, в каждом человеке есть хаотическая природа. И это все учитывается в, э, и в современной теории, там, которая говорит о политологии, про процессах договоренности. И более того, э, значит, есть представление о том, что мы вошли в эпоху так называемого сложного общества. Вот сложное общество от простого отличается ровно тем, что там эту самую степень этой самой непредсказуемости радикально выросла. А раз она выросла, значит, способы управления этим сложным обществом уже не могут быть такие же простые. И нам нужно создавать что-то самоштабное, что-то, что включит в себя эту самую рациональную природу. И а, мы могли бы с вами дальше углубиться. А как именно это сделать? Я скажу так. Про это много думают, и мы можем, если хотите тоже поговорить, как это сделать. Но я бы хотел предложить вот другую сторону. Я не случайно сказал про это самое взросление человечества и про этот образ ребенка или подростка. Вы наверняка знаете, что в, вот в этой самой психологии, связанной с психологией развития, есть такой эффект откатов, когда человек вроде уже там дорос до какого-то возраста, вдруг начинает демонстрировать поведение, свойственное прям сильно предыдущему возрасту. Ригидность. Где-то это ригидность, то есть нежелание какой-то части человека меняться, а где-то это, по сути дела, ну, неспособность справиться с вызовами, соответствующими этому возрасту. И у человека происходит, ну, там, у ребенка в данном случае, происходит откат к возрасту более раннему, где он начинает очень, например, инфантильно себя вести. Так и взрослые часто себя как пятилетние ну, ведут. конечно. Точно. Вот. В этом смысле... Значит, ну давайте это тоже признаем, что это есть. И давайте в этом смысле, да, и в этом смысле, может быть, какая-то из наций решит выступить в позиции пятилетнего ребенка, начать другим доказывать, что я вот тут есть, вы учитываете мое мнение. И если у этой нации хорошие пушки, грубо говоря, все да, да, да. будут учитывать. Да, и она будет так капризничать, вести себя очень непредсказуемо. Все будут на нее смотреть и говорить, слушайте, странные такие ребята, договориться с ними невозможно, как с пятилетним ребенком, но вынуждена учитывать, то есть себя предъявила. Но дальше, ну, условно говоря, в семье народов эта пятилетняя нация в какой-то момент должна начинать взрослеть и опять демонстрировать свойства более взрослые. Вот, я думаю, что в этом смысле... Конечно, как в, условно в известном романе «Повелитель мух», когда подростки начали, решенные присутствия взрослых, начали строить общество, они построили самую примитивную скульптуру, какие только можно представить. И начались человеческие жертвоприношения и все остальное. Мы рискуем, все, все время рискуем потерять тот слой накопленных вот этих качеств высоких, которые э, наша культура коллективная, так сказать, выстраивает для того, чтобы сдержать эту самую, ну, природу, о которой вы говорите, вот эту негативную природу. Но я в данном случае оптимист, я считаю, что у нас есть шанс, у нас есть шанс усиливать вот это а, а, позитивное начало в человеке, усиливать его. Почему я сам, например, занимаюсь образованием? Потому что я считаю, что это единственный способ коллективное обеспечение этой самой коллективной эволюции, преодоление кризисов, связанных с тем, что мы тут все создавали. Вот индустриальная цивилизация, которая предлагает нам либо, значит, пойти по пути где нас, значит, съедают умные машины, либо по пути, где мы окончательно гробим природу мать, да? Вот пройти по какому-то третьему пути, выстроить цивилизацию, в которой мы можем существовать и в гармонии с техносферой, и в гармонии с биосферой, и другими сферами планетарными, мы можем. И для этого нам нужно заниматься самими собой, своими качествами. Образование для нас критически важная сфера. Поэтому... Ну, Вы об... а, да, я бы просто как человек, который занимается этим в какой-то степени, пожалуй, согласилась бы с вами, потому что нынешние подростки обладают очень большим потенциалом мне например надоело слушать про то какие они тупые бездарные как они ничем не интересуются какие они бездуховные и так далее и так далее мне надоело это слушать потому угу. что я прекрасно понимаю что отсутствие идей в частности это проблема более старших поколений это проблема взрослых у подростков идей выше крыши у них проблема в другом у них вакуум действия насколько я вижу они много чего знают они потребляют Осмысленную продукцию, если они хотят. А, просто они не знают, куда с этими знаниями им податься. А, школа, которую вы совершенно справедливо раскритиковали а, явление бестолковое и малоосмысленное. И они это довольно быстро понимают, поэтому они и учиться не хотят, и совершенно справедливо заседают в своих компьютерных играх, которые тоже все взрослые разругали. Я, например, уже долгое время думаю о том, что можно было бы сделать вместе с ребятами, как оптимизировать процесс образования. Вот. И очевидно, что он должен быть отвечающим их нуждам и потребностям. У них очень большой потенциал и желание что-то изменить. Если строить общество будущего, то на их ресурсах. О, вы прямо просто отличную тезис сейчас произнесли. Смотрите, есть группа людей, заряженных а, вот этим самым будущим, понимающим, что им вообще-то в нем жить. И это в чем-то похоже на ту ситуацию, когда, да, есть, человечество не первый раз проходит через ситуацию трансформации. Книгопечатание и появление науки породило вот эту формацию индустриального общества. Потом в массовизация политики там и так далее, или массовизация индустриального общества породила вот общество, которое мы видели в 20 веке. Не случайно 20 век начался с череды социальных революций по всему миру, и в этом году мы отмечаем столетие русской революции. Это не случайно сто лет назад происходило, это был симптом перехода. И тогда, в 10 20 годах, люди жили будущим, дышали им. мы говорили, слушайте, сейчас все создадим угу. по-другому. Вот вопрос в том, что а, почему революция произошла. Ну, потому что предыдущие поколения активно сопротивлялись эволюционным изменениям, которые необходимы. То есть мед, постепенной и а, неконфликтной трансформации общества в направлении более гармоничного, более эффективного. В итоге все произошло на надлом, все произошло на социальный конфликт, на разрушение. Вот эта идея до основания затем. Да? Вот сейчас наша задача сделать... Э -э эволюционную революцию, потому что она назрела, она к нам приходит, она к нам придет со стороны технологий. Ее нужно поддержать со стороны социальных практик, поддержать ее в мирном ключе, в но интересах, пока, опять же, того самого человечества. Но пока не очень понятно, на какой художественный образ можно опираться. Если мы возьмем русскую революцию, как наиболее нам близкую, мы там увидим множество ярких, привлекательных образов светлого будущего. Тут постарались и художники, и поэты, и писатели. Действительно, как вы говорите, все жили этим будущим, пассионарная часть общества этим жила. Другое дело, что из этого получилось, но пассионарный да. заряд то был был вот. сейчас что я вижу в культуре что в нашей что в западной будущем живут и о нем много думают но за редким исключением его боятся любой фильм или любую книгу более менее выдающуюся и особенно ту которая читает подростки и фильм который смотрит подростки он в основном про то что придут злые машины нас закопалят, ну, все будет плохо мы все умрем вот так или иначе. Что западная культура, что японская культура, они все говорят о том, что в общем человечество это не то что подросток, это как мартышка, которой в руки дали гранату и которая ее взорвала на непонятном месте. Еще вот где взять эти позитивные образы будущего и есть ли вообще для них основания? Вот с одной стороны, я вот с вами согласилась, что подростки хорошее поколение, заряженное на будущее. А с другой стороны, на что им опираться-то? После этой пассионарной реплики Оксаны Куропаткиной самое время сделать коротенький перерыв, послушать нас джингл. А вот на эту пассионарность Павел Лукша ответит спокойно, как он обычно это делает, и компетентно. Буквально через несколько секунд. Радио Гостиная. Наши двери открыты для всех. Ну вот, Павел, где взять этот заряд? Где взять эту картинку? Вы знаете, просто не могу вас не спровоцировать. Я скажу так: на мой взгляд, самый близкий аналог к тому, что происходит сейчас, то, что происходило 2000 лет назад. То есть назрела большая культурная революция. И в этот момент происходит рождение христианства. Вот. А что такое христианство, по сути дела? Это, по сути дела, не. А, там технологии были вторичны, там первично было новое качество человека, которое вдруг начало распространяться, превращаться в массовую человеческую практику, потому что это были общины, распространявшиеся по всем, ну, сначала, понятно, по море а потом шире. А, вот. И... Если мы смотрим первые письма апостолов, там уже они писали конкретным группам, которые где-то, видимо, за, за, за это время возникли, ну, сейчас это могут быть какие-то аналоги, эко-поселения. Вот не только внутри самого, самой церкви, допустим, можно искать эти живые ростки, их много разных. То есть люди, которые ищут новые модели жизни, а которые пытаются соединить вместе, ну, скажем так, высокие помыслы, практику воплощающую эти высокие помыслы в каждодневном действии образ жизни и желательно какую-то технологию, которая поддерживает. То есть это люди, которые пытаются сложить новый сплав, возможно, опираясь, в том числе, на те самые вечные ценности, они их никто не отменял. Но на мой взгляд сейчас очень интересный момент, потому что началось время масштабных низовых экспериментов. Люди создают общественные движения, которые строятся не вокруг того, чтобы просто поменять общественные институты. Давайте заставим корпорации, там, не знаю, быть более экологически ответственными. Слушайте, корпорация — это корпорация, они уже скоро вымрут, это динозавры. Давайте искать новый образ жизни. А как, какой он, мы еще пока не знаем. Вот отсюда возникает идея, которую в том числе э, продвигаю я и мои коллеги, что нам нужно, собственно говоря, не говорить о будущем, мы должны его практиковать. То есть сказать? Ребят, мы каком будущем хотим жить? Мы каким будущем хотим дышать? Давайте это создадим как свой собственный образ жизни. И если мы такой подход реализуем, это уже не футурология. Почему я говорю, что для нас буду... футурология, она к будущему относится как к чему-то, что оторвано от человека. Мы не так не относимся. Мы считаем, вот будущее наступает через нас. Тогда мы должны обсуждать, какой должен быть наш образ жизни, который мы считаем будет годиться как раз как решение этих самых вызовов, этих самых кризисов. Тут пишет Ирина довольно длинное письмо, они будут читать его целиком. Она пишет в частности о соцсетях, о том, как соцсети изменили ее жизнь. На самом деле не только ее жизнь. И вот я прочитал ее письмо и слушал вас одновременно и думаю вот о чем. Ведь раньше, чтобы создать сообщество в тысячу человек, вот там не знаю по почте, как угодно. Но это было просто нереально. Сообщество единомышленников тысячу человек. Нужно было какие-то встречи еще. Что... Вот 20 лет назад это было нереально. Мы письмо в штаты посылали, оно месяц шло, и могло дойти, а могло и не дойти. Вот сейчас создать сообщество тысяч человек вполне реально, 10 тысяч человек реально, некоторые 100 тысяч человек создают. И а, вот это желание объединяться вокруг идеи, вокруг каких-то представлений а оно есть. То есть получается, что даже вот технология, даже технологическая сфера дает возможность для реализации вот того желания, которое в человеке уже присутствует. Теперь тогда вопрос, вокруг чего будут объединяться, вокруг чего будем объединяться, и не получится, что это такая, знаете, сеть маленьких сообществ, вот эти объединяются вокруг Пепси-Колы, другие вокруг Кока-Колы, ну и ничего полезного в этом нет, сообщество сообществу рознь. Uh -huh. Ну, вы правы абсолютно, сообщество сообществу рознь. На мой взгляд, есть... То есть, сообщество есть одновременно социальная технология, есть человеческая потребность. Ну, то есть, мы, мы, мы изначально коллективные существа. И в этом смысле есть сообщества, которое опирается на наши очень базовые потребности. Ну, например, на потребность быть здоровым. Такая потребность у человека есть. Это, да. И одно из, например, очень интересных сообществ которое делает мой друг и коллега Дмитрий Шеменков, называется ⁇ Система управления здоровьем ⁇ которой, собственно говоря, большая сеть около 20 тысяч человек, практикующих новые практики оздоровления, коллективно. Вот. Это ну, просто как пример. Вот он собрал его ровно так же через социальные сети, через видеоуроки, через какое-то количество там, лекций, семинаров и так далее. И, и, или другое сообщество, которое у меня тоже является основателем, называется ⁇ Живые города ⁇ значит это сообщество, в котором люди, заботящиеся о развитии городов, собрались вместе и сказали: слушайте, наши города не для жизни, они для там работы, для политики или чего угодно, но не для жизни. Давайте сделаем так, чтобы наши города в России стали живыми. Вот. А что это означает? Это означает, что у них должно быть больше здоровья, больше культуры, больше интересных действий, больше пространств для детей и так далее. И, так далее. и они, собственно говоря, вот то, чем занимаются, они помогают оживить эти самые города. Вот это, на мой взгляд, те сообщества, но я могу еще там большой длинный список других примеров, с которыми я сам работаю, мои друзья работают. Это сообщество, направленное на то, чтобы поддержать, с одной стороны, то здоровое и хорошее, что в каждом человеке тоже есть, и с другой стороны, вот культивирующие некоторые практики будущего на этой основе. То есть смысл уже не в том, что что-то придет сверху, что-то навязано сверху, спущено сверху. Смысл просто в деятельности, смысл в активности, в осознании своей ответственности за то, что будет происходить. То есть оно зависит от нас, и сегодня это реальнее, чем, не знаю, было лет 50 назад. Потому что для многих, вот не знаю, для моего поколения, ладно, для моего, Оль, Оль, mm -hmm. у тебя есть ощущение, что от тебя в этом мире много зависит. Вот Мне честно. кажется, от меня в этом мире уже совсем ничего не зависит с, в связи с развитием как раз-таки интеллектов, потому что ну, даже стиральная машинка умнее, по-моему. Теперь смотрите, получается... Есть выбор, купить вот. ее или нет. Да, это твой выбор. Но это уже оптимизация времени и собственного ресурса. То есть песчинка, от которой ничего не зависит, и теперь машина умнее, мы, соответственно, в обратную сторону. Или ответственный член общества, от которого все-таки что-то зависит. Или и то и другое, в зависимости от того, какую позицию мы занимаем. А мне кажется, что я не знаю, я вот не готов сейчас э, говорить про кейс Оли, потому что мы только познакомились. Э, но в целом, мне кажется, ситуация такая, что каждый из нас подходит к этой зоне. Когда мы вдруг говорим: слушайте. Мир такой большой, в нем живет 7 миллиардов человек, огромное количество разных изобретений, окружающих нас, начинают по-своему форматировать нашу жизнь, и мы вроде бы действительно чувствуем себя этой песчинкой или элементиком большой собранной кем-то непонятно кем социальной вот. машины. И в этот момент наступает личностный кризис, в который человек спрашивает: а что я вообще в этом всем? Что я в этом? Я-то что в этом? Вот, вот, вот я кто в этом? Э, зачем я здесь? Э, и на самом деле, ну, никто не отменял из социальные кризисы. Они а всегда что были. делать с ними. А что делать? Вот так честно поглядеть себя и сказать: слушайте, есть что-то, что мне нравится, что я люблю, что я готов делать, несмотря ни на что. И есть такие же, как я. И на самом деле наплевать, какое там, что там происходит и кто мне там какое будущее предписывает, потому что если мое будущее зависит от меня, значит, я могу с этими людьми вместе начать обсуждать, что делать мне, что интересно мне, как, как повысить качество моей жизни, как повысить степень животворности моей собственной жизни. А это мне опять напоминает, на самом деле, начало христианства, потому что, с одной стороны, мощнейшая Римская империя, реально мощнейшая империя, и группа каких-то рыбаков, сборщиков налогов и прочих товарищей где-то на, римской, на римских задворках в Иудее. Которые пошли и стали проповедовать Евангелие Иисуса Христа, и они не сидели и не говорили: так мы просто винтик в этой самой римской машине. Они сказали: Мы посланники, потому что нас Христос отправил и отправил вот на это служение, на эту деятельность. И они отправились и, собственно говоря, изменение мира отсюда и начинается, в то время как большинство все-таки считали себя эм, винтиками и ничего не менялось. Но на самом деле им было сложнее, чем э, поколению Оли, поколению э, подростков, которым сейчас 12, 13, 14 лет. А то, что сказал Павел, э, это прямо так в духе поколения Z, это хороший современный подростковый ответ. Не в смысле, что он инфантильный, э, а в смысле, что э, именно это предлагают... Литература фэнтези, японская анимация, насколько я с ней знакома. Ответ примерно такой, что в этом мире человек ищет свое личное место. Экзистенциальные кризисы были у человека всегда, но сейчас они стали массовыми, потому что человеку уже не удовлетворяет ответ, что вот где-то там на небесах есть Бог, к которому можно обратиться. У тебя всегда вопрос «А я-то здесь что?». Я-то лично, я здесь зачем? Какая разница? Есть смысл жизни у Васи или Пети? Вопрос-то лично во мне. У меня-то в чем смысл? И по отношению к чему я свой смысл определяю. И сталкиваясь с тем, что мир действительно большой, с тем, что образование школьное бессмысленно, никому не нужно, нужно только взрослым. Вот, люди довольно быстро отрубаются от этого, говорят, что мы ничего делать не будем, мы ничего не хотим. И, в общем, ну вас всех и начинают искать какой-то свой путь. Другое дело, что пока ни технологии для этого, ни внятных ответов, как этот треклятый свой путь найти, пока не предлагается. Денис пишет об этом же. Я вижу, что все изобретения очень осмысленные, все предсказуемы, все старое как мир. То есть, цели у людей не меняются. Это власть, способность управлять. А теперь при таких техно технологиях можно будет снять с себя ответственность. Мол, э, я про, э, все переложить на проблему технического сбоя. Мол, никто не виноват. То есть, опять я не виноват, это все техника, это все машины, которые должны были быть умными, а они не такие умные. Ну. Есть и такая история тоже, это, собственно говоря, возврат ответственности человека за происходящее в возрастающем сложном мире. В возрастающем сложном мире очень легко сказать, что это не я. Но это вот то, что, например, известный эффект в бюрократиях, когда чем более сложная бюрократия, да, чем сложнее там решить какой-то вопрос, потому что каждый человек говорит, слушайте, это не моя зона ответственности, идите к, там, к Пете, к Коле там, к... и так далее. И, и задачи есть, а никто не хочет решать. Значит, так работает социальная машина. Но я бы все-таки не согласился с тезисом, что ничего не меняется. На мой взгляд, мы сейчас в очень интересном времени. Вот почему вообще говоря этот появляется возможность массы. Почему масса, кризисы стали массовыми? Потому что вообще-то говоря вот та самая индустриальная машинка массовой индустриальной цивилизации в 7 миллиардов человек решила одну простую задачу. Она накормила большую часть народа. То есть mm -hmm. в 19 веке голод был регулярным спутником большей части населения. Регулярным. И, и значимая часть населения от него умирала. там До 10%. А, а в некоторые годы там и 30% и больше. А, значит, болезни и все остальное. То есть люди на самом деле... Ну, понимали, что их главная задача ⁇ работать, чтобы выжить. Вот сейчас а, те самые умные машины создают значит, возможность, что, вообще-то говоря, может быть, будет работать 10% населения. И возникает вот этот, вы, наверное, слышали этот самый эксперимент про базовый доход, так называемый, когда в некоторых городах уже решают, давайте просто людям будем платить деньги. Все. Ни за что. Ни за что. Взрослые, эфирное время взрослые, закончилось. Да, отлично. Павел Лукша. Еще вернемся к этому разговору. Оксана Куропаткина. Олег Шевкун. Оль Монако. Всем спасибо. До свидания. Средом с 13 до 14 я веду программу переделки, о чем мы, собственно, говорим: о том, как наполнить наши будни смыслом, чувством, толком, расстановкой и глубиной. И Бог нам в помощь!